Международная выставка, проходящая в Таразе, продлится 3 дня. В этом знаменательном мероприятии примут участие около 200 ремесленников из ближнего и дальнего зарубежья, а также со всех регионов Казахстана. Член правления Всемирного совета ремесел североамериканского континента Кэрол Лопес-Робертсон отметила, что подобные мероприятия укрепляют связи между братскими народами. Она подчеркнула, что ремесленники получают возможность обмениваться опытом и осваивать новые направления. Гости мероприятия выразили уверенность в его пользе для всех участников. Член Ассоциации ремесленников, хунарманд из Узбекистана Зухраб Шодиев, ремесленник из Таджикистана Ахмадчон Бабачонов, представитель из Индии Птитви Рашкумават и президент Ассоциации ремесленников Кыргызской республики Нурзат Жиенбеккызы высоко оценили организацию выставки в древнем городе и выразили свою благодарность. Статус города ремесленника – это большая честь и труд многих людей. Это мероприятие проходит 3-й раз. Хочу вас с этим поздравить. Тараз посетит много гостей в рамках мероприятия. Это показатель статуса города для всего мира, и для нас честь быть здесь. Президент Всемирной организации ремесленников Саад Хаддуми вручил акиму Тараза книгу, посвященную городам-ремесленникам по всему миру. Мадияр Салыков, Аягөз Леоханқызы, Айқын Ақпарат.